Разведка докладывает тут нам, где их большое скупление зданий. И мы тогда ведем огонь по этому зданию. Потом говорят, там вывозят они боеприпасы, трупы свои собирают. Ну, никто точно количество жертв не знает. Они воюют и не знают, зачем воюют. Большинство тех, кого мы здесь ловили и опрашивали, то они не служили, не знают, как повести себя с оружием. Они хотят просто взять автомат и стрелять. А куда стрелять, им без разницы. Им главное, чтобы кто-то сказал, в каком направлении стрелять и все. Ну, місцеві відносяться, зрозуміло, до нас приязно, до окупантів неприязно. Вони розуміють, що окупанти стріляють по них і говорять, що то стріляють українські військові. Получается, метят ту, ну, получается, ровно в голову человеку, который тут сидит. Не сюда, не сюда, целятся в маленький угол, чтобы она пошла туда.